Есть определенная каста бизнесменов, которые ой как не любят платить по счетам, но и на них есть управа. Сегодня я расскажу вам историю о том, как, не рассчитавшись с юристом, должник был талантливо засужен. Вы смотрите «Банкрот дня» и правильно делаете. «Мой долг – это то, чего я не делаю с принципа», – говорил Оскар Уайльд. И герой нашего сегодняшнего выпуска с позиции великого писателя абсолютно согласен. Арбитражный суд рассмотрел заявление индивидуальной предпринимательницы Муштаковой Светланы Тихоновны о признании банкротом ООО «Адмиралтейство». Видимо, терпение истицы иссякло окончательно. Госпожа Муштакова уже пыталась взыскать через суд свои кровные, но пока безуспешно. Имущества и денежных средств у должника нет. Есть только право аренды на земельные участки. Все-таки как не просто слабой женщине отстаивать свои права в суровом мире хватких мужчин. Но только на первый взгляд Светлана Тихоновна – беззащитная бизнесвумен. Подсудимому не стоило злить госпожу Муштакову, ведь она не просто индивидуальный предприниматель, а индивидуальный юрист. Ранее Адмиралтейство заключило с ней договор об оказании юридических услуг. Сошлись на ежемесячной зарплате 84 тысячи рублей. В итоге компания оказалась должна юристу 672 тысячи рублей. Третейский суд признал правоту госпожи Муштаковой. А теперь арбитраж признал ООО «Адмиралтейство» банкротом, чем косвенно подтвердил квалификацию Светланы Тихоновны как юриста. То-то же, не будите в женщине тигрицу. Это был «Банкрот дня». Держите руку на пульсе вместе с Деловым ТВ. До свидания.